Всем привет, с вами Прия. За последнее время появился весьма такой частый вопрос, который, ну, не оставляет меня без внимания и который реально стоит обсудить. Это пропажа звука на некоторых видео на YouTube. Давайте поговорим вообще о контенте YouTube, который я делаю в текущий момент. В текущий момент это вырезки с Twitch. Те вырезки, которые являются реально классными в виде прохождения некоторых высоких ключей при тиранической неделе. Пройти 19 и 20 ключ на время — это достаточно классно на самом деле при наших знаниях и умениях. Вот. И я же предварительно не знаю, будет ли это убийство инста, пронос инста победным или нет. Поэтому я не нажимаю кнопку «Начать запись». Да, в какой-то степени это моя ошибка, но есть такая вещица, что может просесть FPS. Да и к тому же, когда я обычно кликаю эту кнопку «Начать запись», то после этого начинается какая-то неразбериха в группе, происходит все не так, как хочется, и мне кажется, что этим действием, даже не говоря людям со мной в группе о том, что я начал запись этого подземелья, начинаются какие-то фейлы, скажем так. Вот. Поэтому, обманывая этот стереотип, я не делаю записи, а импортирую из видеоматериалов Твича сразу на YouTube. Обрезаю там этот момент, ставлю время начальное, время конечное и отправляю все это дело на YouTube. Поймите меня правильно, что я слушаю музыку на стриме, ту, которая мне нравится, и та, которая, да, подвержена авторскому праву. Слушать какой-то дабстеп и прочее, который без слов, ну, не особо-то у меня желание есть его слушать, если честно. Музыка должна удовлетворять меня в первую очередь. Вот, поэтому так и происходит, что музыку приходится вырезать самому Твичу, то есть тут я уже ничего не сделаю абсолютно. Если же вы зайдете на мой канал, откроете вкладку видеоматериалов на Твиче, откроете какой-нибудь стрим, запись стрима, то там будут красные полосочки, красные такие области на дорожке перелистывания. Это именно те области, которые заглушены по звуку за счет авторской музыки, и они же с этими заглушками переносятся на YouTube. Все просто. Я никак не могу на это повлиять. Надеюсь, на вопрос ответил. И теперь же, кто будет спрашивать об этом на Ютубе, что по звуку, где звук? Давай найдем его вместе, давай объявим его в розыск. Я просто буду кидать запись этого видосика, чтобы люди смотрели и понимали. Но люди, которые не захотят понимать, не знаю тогда, что они будут делать. Они будут не понимать это до сих пор. И до тех пор, пока даже и я не выпущу какой-нибудь еще видосик с этим же разъяснением. Но, думаю, мне не придется делать это повторно. Надеюсь, вы меня прекрасно поняли. И таких комментариев станет в разы меньше. Вот так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Как говорится, смотрите стримы, там нету заглушки по звуку. Ну да, там играет музыка, и там все идеально, в принципе. Что еще? Легендарок там побольше, голды. Что еще? Лута хорошего с недельных сундуков. И самое-то главное, берегите ноги. До скорого.